Сегодня мы хотим вам представить оборудование для изготовления значков. Например, вот таких, как мы делаем для детских лагерей. Для этого нам потребуется вырубщик и сама машинка Булрос. Это у нас будет заготовка для наших значков. Представляем вам вырубщик, с помощью которого очень легко подготовить специальные файлы. Сейчас мы вместе с вами будем делать подобные значки. Они очень необычные. На обратной стороне у нас будет зеркало. Для этого нам потребуется заготовка, верхняя часть. Она кладется в специальный отсек. Затем наша картинка. И сверху лавсанка, защитная пленочка. Пододвигаем. Зажимаем. Наша заготовка осталась вверху. Теперь мы кладем нижнюю часть нашего значка, а точнее зеркало. Пододвигаем и снова закрываем. У нас получился вот такой потрясающий значок, очень быстро, легко и просто, благодаря оборудованию, которое представлено на видео.